Наш человек до сборищ-то охоч-то живет в очередях, глаза прикрыв. А тут прошел слушок. России почта обеденный отменит перерыв. Вот так дела! Вот это новость века! Насколько легче, братцы, станет жить! На 2-2,5 человека сумеет почта больше обслужить. Ах, сколько лет мы прожили в надежде, что почта будет нами почтена. Теперь-то заживем, не то что прежде, в старинные лихие времена. Бывало здесь ворчали и рыдали, в пальтишках прели, трогались умом. Бывало, ча и люди пропадали, уйдя с утра за заказным письмом. Стонали, голодали и гундели до белых мух в глазах и сизых звезд. И находились лишь через недели, без памяти, за 10 000 верст. Случались и страшней дела на почте, когда клиенты чуяли кранты, топили клерков в сургучевой бочке и марками заклеивали рты, и синим скотчем фирменным мотали, нещадно мстя за слезы стариков. А может, просто в духоте мечтали об этих карах для почтовиков. О, сколько нас иссохло в той пустыне, уставших продолжать свою борьбу! Но слава тебе, Господи, отныне на перерыв наложено табу. Но вряд ли это что-нибудь изменит. Здесь будут завсегда, как не зайдешь, и очереди длинные, как змеи, и давка, и работников бухтеж. Да, новый график, он вполне рабочий-то, но надо помнить, как отцов завет. В России почта более, чем почта, всего превыше, больше, чем поэт. И если поглядеть на самом деле и предрассудки к черту отмести, ее в национальные идеи давно пора в России возвести. Ну где еще так мир общения тесен? Ну где еще так славно побронят? И где бардак столь весел и чудесен? И где еще от скуки так хранят? Не злитесь, братцы, волосы не клочьте. У нас уже нет разницы давно. По матушке послать или по почте. И так, и больно, и смешно. Thank you.